bragging rights for the world heavyweight title. It was every man for himself. I would have thought that Batista would have known that walking into that match. Right. I'm gonna rip your head off. I'm no stranger to betrayal. Throughout my career, I had people that I thought were friends end up turning their backs on me. But this one, for some reason, it hit a very soft spot. I couldn't make sense of what had gone down. You're supposed to be my friend! If I would have known that this was gonna interfere in our friendship, I would have never have done what I did. We had gone through so much together, and I just couldn't believe how quickly he could throw that all away. I'm not thinking about what we've been through. I'm not thinking about you. I'm thinking about me. After weeks of verbal and physical assaults, I knew that we could never go back to the way things were. I wanted to make him feel the same way I did, to return that feeling to him. And the best way I could think to do that was to beat him on SmackDown and get the number one contender spot that Batista felt belonged to him. Приветствую и добро пожаловать в WWE 2K22. Продолжаем проходить режим 2K Showcase. И на очереди у нас матч против Батисты. Да-да, того самого, который играл Дракса в Стражах Галактики. Были у него и еще заметные роли. Например, в Бондиане и в Последнем Бегущем по Лезвию. Не сказать, что у него там были какие-то большие прям роли, но... По крайней мере, в этих фильмах он засветился. А вот карьеру на ринге он закончил пару лет назад, проиграв Трипл Эйчу на 35-й Рестлмании. Но вот в этом матче против Мистерио они дерутся за первое претендентство на титул чемпиона мира в тяжелом весе. Победитель, соответственно, получит матч против обладателя титула. На тот момент им был Гробовщик. И против него мы-то как раз и будем сражаться. Уже в следующем матче. То есть, соответственно, мы победим Батисту. Но пока что он мутузит нас. И у меня все никак не получается провести ему лайт-комбо. Ладно-ладно, сейчас мы отобьемся. Так, комбо мы провели. И отправили его заодно за пределы четырехугольника. Вот только он мне на ринге нужен. Так что давай-ка, дружок. Возвращайся обратно. Блин. Это я его в железную стойку запустил. Просто мне его ударить, да? Угу. Ладно, я сейчас его в захват возьму. Да какого фига-то? Чё ты его на ринг не отправил? Ладно, Батиста сам вернулся. Так, ну дальше мне надо его немножечко побить. Не понял. А почему ему урон не засчитывается? А, ё-моё. В пределах рингсайда же надо его избивать. Не обратил сначала на это внимание.
Да это я должен тебя калашматить, а не ты меня. Отцепись уже, времени мало. Надо прервать отсчет. Стоять! Правильно, иди сюда. Так, очередную комбинацию. На этот раз тяжелую. Пожалуйста. Приведите стоящему оппоненту захват на бегу. Без разницы где. Да, похоже. Вот что ты его не закидываешь туда? Из-за того, что Мистерио у меня тупит, он у меня вырывается. Так, та-та-та-та-та-там. Немножечко неправильно я понял задание. Я думал, надо с третьего каната спрыгнуть. Оказалось, на третий канат мне его надо поместить. О, что-то новенькое. Знаем, что это такое. Вот только не пойму, как его проводить. Ладно, спокойно. Что-то не так, да? А может, в другой угол его? Да нет, похоже, без разницы. Стоящему в тернбакле оппоненту проведите комбинацию возвращения Рея. Может быть, это я должен на третий канат забраться? Отсюда мы можем провести только финишер. А, он должен стоять у нас. Вот оно. QTE. Вовремя кнопочки надо нажимать. Вот, отлично. Спрингборд атак. Погодите. Дайте-ка вспомнить. Все, влюбился. Блин, что такое? Оппонент down in ring. А, все то же самое, только он должен лежать. Вот так это делается. Heavy grapple attack. Три крестика и A. Я помню эту камбуху. Блин, но он никак не дается.
Отстань, Бутиста. Странно. Опять что-то не то. А, или ему просто захват провести. Точнисимо. Ну это изично. О, это еще не конец. Еще какие-то задания есть. Прикольно, Мистерио его уделал, конечно. Реакция Батисты, конечно, угар. Батисту мы с вами как раз и открыли. Причем в двух его версиях. А еще арену Смэкдауна того времени. Ну и конечно новенький костюм для Мистерио. Погнали, теперь матч за титул. After dealing with Batista, I felt like I was at the top of my career. I was a number one contender. The Undertaker is unlike any other opponent. Rey Mysterio, your courage unquestionable, but make no mistake about it, I will show you no mercy. I went into the 2010 Royal Rumble fully believing in myself, confident that I could defeat him. At the Royal Rumble, you will suffer the same fate that everyone else has suffered when they have tried to make a name for themselves at my expense. Undertaker, I am not afraid. I am not like the rest. I knew I had the speed advantage and that if I could maybe take out a leg or catch him with something unexpected, I had a chance. It's not just the size of the dog in the fight, but the size of the fight and the dog, right? Well, this dog had just found himself in the yard of the top dog, the Phenom. It would take everything I had to avoid ending the night resting in peace. Ну вот и теперь тот самый титульный матч против тогдашнего чемпиона Гробовщика. Этот матч у них прошел на Королевской битве. И Гробовщик, насколько я помню, в том матче не проиграл. Проиграет он этот титул спустя месяц Крису Джерико на Illumination Chamber. Не без помощи Шона Майклза, карьеру которого Гробовщик потом закончит на WrestleMania. Получается, это будет первый матч в 2K Showcase, в котором Мистерио потерпит поражение. Что, тем не менее, не отменяет значимость этого матча для его карьеры. Я не могу подойти к Гробовщику почему-то. Видимо, Мистерио настолько его боится. Ну еще бы, блин.
Одна из самых устрашающих суперзвезд всех времен. Все все-таки получилось. Так, повыебываться надо, да? А, while standing, а вот это чё? А, просто долбануть его, да? У гробовщика пошла кровь. С ума сойти, он человек. А мы-то думали, что он какой-то темный владыка. Мертвец. Так, вот это задание, что-то я не очень понимаю. Так, разобрался я. Вот так вот надо его удалить, чтобы он немножко осел. Оседлал гробовщика. Нормалек. Греб комбо в рингсайде. Сейчас замутим. В этой части появились уклонения. То есть теперь удары можно не только реверсировать, но и уворачиваться от них. Дай комбо тебя провести, чё, тебе жалко, что ли? Блин. Да что ж ты будешь делать, а? Судья то со скоростью света считает, то медленно как-то. Судья, продай. Ну, наконец-таки у нас получилось. Но за пределами ринга мы еще не все дела переделали. Так, это уже на ринге, да? Так, вы... А вот это что такое? А, это я знаю. Я говорю, задания постоянно повторяются. Мы из матча в матч делаем одно и то же. Одни и те же приемы проводим.
одни и те же комбинации. Это уже превращается в какую-то механическую работу. Ну а тут-то чё? А, опять лежать должен. Вот так и лежи. Не поднимайся. А то он может неожиданно воскреснуть. Ну, как покойник, знаете. Фишка у него такая. Но лично мне кажется, что проиграть такому противнику, как Гробовщик, это вовсе не стыдно. Тем более разница в габаритах просто колоссальная. Гробовщик там больше 2 метров. Да и вес, само собой, разный. Не очень много шансов у Мистерио было. Но, тем не менее, матч для него был очень важный. Мы в нем, кстати, выполнили все задачи абсолютно. 13 из 13. Не самое счастливое число, кстати. Ладно, давайте на сегодня будем заканчивать. Продолжим уже тогда в следующей части. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока.